Пока без костюмов, но уже с особым настроем и трепетом. Уже сегодня барнаульский зритель увидит премьеру музыкального театра Кузбасса. Пожалуй, впервые за долгое время. Благодаря федеральной программе «Большие гастроли» актеры нашего музыкального театра тоже покажут свои постановки на подмостках кемеровских коллег. Премьера, кстати, тоже сегодня. Здорово, то, что мы можем обменяться опытом с ними. Кемеровский театр, они у нас уже бывали лет 15 назад, наверное, но нам не довелось к ним съездить. Вот теперь, наконец-то, мы эту мечту осуществили. Наши сейчас у них в Кемерово, в Новосибирске. Мы их встречаем у нас. Репертуар, который представят зрителям, четыре всем известные постановки. «Алые паруса», «Служебный роман», «Собака на сене» и «Летучий корабль». Худрук музыкального театра Кузбасса Владимир Юдельсон говорит, в каждом из спектаклей есть своя особенность, которая отличает их постановки от других театров. Для нас все-таки «Алые паруса», для постановщиков, для руководства театра, это все-таки то произведение, которое создал Грин. Во-первых. А во-вторых, ну что-то ближе к тому знаменитому фильму с Вертинской, с Лановым, который знаменит во всей стране до сих пор. Труппа актеров уже освоилась на алтайских подмостках. Остается еще несколько часов, чтобы привыкнуть к сцене и выдать премьеру. Однако, как говорит Владимир Жуков, для настоящего актера не важно, где проживать роль. Важно как. Кстати, кемеровские артисты уже отметили, наш музыкальный театр сделан по-настоящему для зрителя. У вас зал, в чем его преимущество? С каждого места видно сцену. У нас немножко как бы зал очень красивый, очень красивый. Но есть слепые зоны. Да. Но есть слепые зоны, да, где не всегда комфортно смотреть. Здесь все-таки зал более комфортный для просмотра, конечно, именно посмотреть спектакль. Самая юная актриса София Жукова учится во втором классе. Несмотря на возраст, уже знает, как актер должен вживаться в роль и что такое сверхзадача. Сегодня девочка играет Асоль. Мечтала, думала о будущем, разговаривала с морем, верила. Тем, кто давно хотел посмотреть классические постановки в исполнении музыкального театра Кузбасса, стоит поторопиться. Гастроли продлятся до 28 апреля. Мария Костырева, Владислав Ковалев. День с толком.